Я хочу рассказать сегодня о сопровождении семей, которые воспитывают детей, ребенка или детей с этим синдромом в России. И прежде всего скажу, что мы говорим именно про сопровождение семьи. Дело в том, что для любого ребенка, да, воспитание, обучение, развитие начинается в семье. Семья принимает большое участие как просто в развитии, воспитании своего ребенка, так и в сопровождении, которое мы ему оказываем. Не только участие на этапе планирования и принятия решений о сопровождении, но семья также может включаться и в сам процесс, участвовать в различных мероприятиях. Кроме того, мы говорим о наследственном заболевании, при котором другие родственники, родители или другие дети в семье, ну и другие родственники более дальние, могут быть носителями мутации или премутации по этому синдрому и, соответственно, иметь свои какие-то трудности, как с принятием своего состояния, так и трудности со здоровьем, какие-то медицинские проблемы. Поэтому нам важно не только оказать комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение самому ребенку, но и поддерживать семью, как информационно, обеспечивая консультации по вопросам развития ребенка и консультируя вообще, в принципе, о синдроме, так и оказывать психологическую и психотерапевтическую помощь. Если же мы говорим про организацию сопровождения самого ребенка с синдромом FX, надо понимать, что в идеале она включает очень разные блоки, которые реализуются разными специалистами и организациями различных профилей. Понятно, что это разные специалисты, разные организации, тем не менее крайне важно, чтобы они сотрудничали между собой, чтобы обеспечить такое максимально, с одной стороны, комплексное, а с другой стороны, плавное и преемственное сопровождение ребенка на каждом этапе его жизни. Мы поговорим об этих разных профилях, о медицинском сопровождении, о психолого-педагогическом сопровождении и о других. Начнем мы, конечно, с диагностики. Очень кратко. Здесь важно сказать, что любое, конечно, наше вмешательство, любое сопровождение, которое мы планируем относительно ребенка с синдромом FX, начинается с диагностики. Важным оказывается медицинская диагностика, а именно само выявление синдрома и сопутствующих состояний, которое в дальнейшем перетекает в медицинское сопровождение, длящееся на протяжении всей жизни. Но кроме того, если мы говорим о каких-то коррекционно-развивающих вмешательствах, психологическом сопровождении, обучении ребенка, нам важно понимать, что психолого-педагогическая диагностика проводится не только в самом начале для оценки развития ребенка, но и повторяется регулярно для того, чтобы мы могли оценивать динамику развития, корректировать какие-то свои мероприятия. Кроме того, в семьях могут возникать трудности, связанные с отношениями внутри семьи, и отдельные запросы членов семьи по поводу их состояний. Здесь требуется дополнительное вмешательство, психологическое сопровождение и психотерапия. Немножко про медицинское сопровождение. Нужно понимать, что ранняя диагностика синдрома FX очень важна. Она позволяет нам не только прогнозировать развитие ребенка, учесть его трудности, которые могут случиться и позже, и подготовиться к ним, смягчить их наступление, но также уделить внимание здоровью ребенка, медицинскому сопровождению. Зная особенности синдрома, вообще изучая особенности синдрома, сейчас специалисты разрабатывают специализированную фармакотерапию, и если она станет доступна, то, конечно, дети с синдромом FX получат к ней доступ, да, и для этого тоже важно знать сам диагноз. Кроме того, это, может быть, в меньшей степени относится к здоровью и сопровождению, но тоже очень важно. Наличие диагноза наследственного заболевания дает ребенку статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что облегчает доступ к различным службам, например, к службам ранней помощи, и к другим социальным благам, которые положены детям с ОВЗ. Кроме того, надо понимать, что статус ребенка влияет также и на статус его семьи, да, то есть, зная о том, что у ребенка есть этот синдром, мы можем порекомендовать и другим членам семьи консультации по этому поводу, поскольку они могут быть носителями мутации, премутации, и они с учетом этой информации о себе могут более осознанно планировать свою жизнь и свои семьи, свою семью в дальнейшем. Сейчас основная трудность с выявлением синдрома в России, по крайней мере, связано с тем, что массовый скрининг на синдром отсутствует, и при этом получается, что единственный способ выявить этот синдром – это ситуации, когда кто-нибудь из медицинских специалистов или сами родители обращаются за помощью к врачу-генетику, который направляет на анализ.
Родители вообще довольно рано замечают, что ребенок развивается атипично. Прежде всего замечают нарушения моторного развития, задержки в моторном развитии, в развитии речи. Чаще всего они обращаются к специалистам как раз по этим профилям. Да? Они могут обращаться к врачам-неврологам, а реже к психиатрам или к специалистам психолого-педагогического профиля, к логопедам, психологам. Эти специалисты, конечно, понимают, что ребенок развивается атипично, замечают все его трудности, когнитивные нарушения, расстройства аутистического спектра, которые также часто встречаются при этом синдроме. Но вот именно переход от постановки таких диагнозов к генетическому консультированию может быть задержан. И в целом путь вот этот диагностики от понимания, что ребенок развивается атипично, до постановки диагноза с помощью генетического анализа может занимать несколько месяцев и даже несколько лет. Иногда к этому приводит появление других детей в семье, которых тоже отмечают схожие трудности в развитии, и тогда уже точно становится понятно, что речь идет о каком-то наследственном заболевании. Поэтому понятно, что консультирование и информирование специалистов о заболевании важно и для того, чтобы как можно лучше наладить вот этот вот зазор между тем, что... между пониманием, да, что ребенок развивается атипично, и постановкой правильного диагноза. Кроме того, при синдроме FX возникают различные трудные, ну, проблемы со здоровьем, не только с психическим, да, не только с развитием, но и просто с соматическим здоровьем. Некоторые из них очень важно вовремя заметить, и они требуют сопровождения на протяжении всей жизни. Особенно это касается нарушений там, сердечно-сосудистой системы и эпилепсии или эпилептифорной активности. Все эти состояния требуют привлечения специалистов медицинского профиля и сопровождения на протяжении всей жизни. Если же мы говорим про психолого-педагогическое сопровождение, то оно тоже, конечно, в идеале длится всю жизнь, ну или, по крайней мере, весь тот период, когда ребенок развивается и взрослеет. Надо понимать, что в разных возрастах будут свои особенности этого сопровождения, свои особенности вмешательств, свои задачи. Но нашей общей целью на весь период взросления является помощь человеку в становлении максимально самостоятельным, насколько это возможно, в его состоянии взрослым членом общества, включенным в это самое общество. Мы сейчас поговорим отдельно про разные периоды развития и начнем, конечно, с раннего возраста и дошкольного детства. Надо понимать, что у детей уже в этом возрасте, уже рано, даже на первом году жизни, могут отмечаться отставания в развитии различных навыков. Это отставания и в моторном развитии, и в формировании навыков самообслуживания, которые требуют специфических воздействий и вмешательств. Надо понимать также, что вот тут перечислены, да, моторные навыки, навыки самообслуживания, затруднено развитие речи, речь развивается с задержкой, социально-коммуникативных навыков. Конечно, мы отмечаем, можем отметить уже в раннем возрасте и задержки когнитивного развития, могут также возникать и поведенческие трудности. И все эти вещи, они требуют вмешательств примерно одинаково на этом этапе. Да? Нам нельзя упускать ни одну из этих сфер, потому что мы можем уделить внимание чему-то одному, но при этом упустить что-то другое. Поэтому в раннем возрасте вот такой вот разносторонний подход к сопровождению ребенка могут обеспечивать службы ранней помощи. Ну, или раннее вмешательство они у нас иногда называются. Это служба, которая работает со всем маленькими детьми. Обычно ребенок туда может попасть даже с момента, ну, там написано обычно с рождения, да, ну, понятно, с момента, когда становится понятно, что ребенок развивается атипично. Для этих служб важно не столько диагноз ребенка, сколько его особенности развития, те трудности, которые у него возникают. Они работают со всеми сферами, и привлекают разных специалистов. С ребенком работает междисциплинарная команда, куда входят и психологи, и специальные педагоги, и логопеды, и также специалисты медицинского профиля, различные врачи, которые требуются ребенку. Такая междисциплинарная команда позволяет как раз, с одной стороны, работать с разными сферами жизни, но, с другой стороны, построить эту работу естественным, таким максимально сплоченным путем для того, чтобы как раз обеспечить вот эту вот всесторонность развития. Службы ранней помощи могут основывать свою работу на различных программах и подходах, которые разработаны специально для этих возрастов. Некоторые из этих программ разработаны в России, вот здесь они перечислены. Также есть зарубежные программы, которые успешно применяются в России, ну или мы надеемся, что будут применяться.
Но при этом для каждого ребенка программа составляется индивидуально, с учетом его особенностей, с учетом потребностей и запросов семьи. И время от времени пересматривается. Программа обычно составляется на не очень на короткий срок, именно для того, чтобы вовремя среагировать на какие-то изменения, подстроить программу под развитие ребенка. И, конечно, семья на этом этапе привлекается максимально. Ребенок маленький, его взаимодействие, его вся жизнь в основном проходит в семье. Поэтому семья привлекается не только на этапе принятия решений и планирования программы, но и на этапе ее реализации. Родители обучают, как работать с ребенком, обучают специальным техникам, которые они могут реализовывать в естественных жизненных ситуациях. Таким образом, все вот эти занятия, и домашние занятия с родителями, и занятия в службах ранней помощи устроены так, чтобы ребенку было максимально комфортно. Они подстраиваются под ребенка, проходят в игровой форме или в форме взаимодействия со взрослыми, для того, чтобы как раз обеспечить естественное развитие тех навыков, которые задержаны в этом возрасте. Службы ранней помощи также могут сопровождать ребенка в поступлении в дошкольное образовательное учреждение. И дети с синдромом FX могут поступать в детские сады, обучаться там, развиваться там. Но нужно учитывать, что в этом возрасте вот эти все задержки, да, развития различных навыков могут затруднять ребенку посещение обычной общеразвивающей группы детского сада. Ребенок может быть исключен из занятий, потому что не справляется с ними или ему сложно делать все то же самое, что делают его типично развивающиеся сверстники. Поэтому здесь, конечно, рекомендуется использовать адаптированные программы, предназначенные для детей с задержками когнитивного развития и или с расстройствами аутистического спектра. Ну, вот эти программы выбираются с помощью психолого-медико-педагогической комиссии, которая помимо собственной программы обучения может рекомендовать и другие полезные вещи, такие как специальные средства обучения, специальные условия, которые должны быть созданы для ребенка в образовательной организации. Это как раз участие тьютора. И также дополнительные занятия, которые требуются ребенку. А как мы уже сказали, здесь они требуются в разных областях. Да, тут требуются и психологические занятия, и занятия с логопедом, и специальными педагогами. Ну и дальше в зависимости от тех трудностей, которые у ребенка возникают. Да, дети с синдромом FX часто испытывают как раз трудности при адаптации к дошкольному учреждению, ну и на самом деле при адаптации к любому новому учреждению, в которое они попадают. Это связано и с повышенной тревогой, и с просто с тем, что у ребенка задержано формирование тех навыков, которые от него требуются в этих учреждениях. Поэтому как раз участие тьюторов или организации группы кратковременного пребывания может быть полезно. Ну и, конечно же, реализация программы, которая адаптирована для ребенка. Дальше мы переходим, да, к следующему возрасту. Ребенок взрослеет, приходит время поступать в школу. И опять же, дети с синдромом FX чаще всего, несмотря на свои когнитивные трудности и другие какие-то особенности, могут обучаться в школе. Важно просто понимать, что программа для их обучения тоже должна быть подобрана специально. Это должна быть адаптированная программа. В этом возрасте важно не только сосредотачиваться на школьном обучении, да, но и расширять диапазон тех навыков, которым ребенок должен овладеть. В частности, ну вот сейчас мы немножко поговорим про когнитивное развитие. Как уже было сказано, когнитивное развитие у детей задержано. В школе особенные трудности возникают с такими предметами, как математика, да, в принципе, с освоением счета. Бывают трудности с освоением всяких графомоторных навыков. У детей задержано моторное развитие, поэтому, конечно, это может быть сложнее. Нужно понимать, что обучение в школе оно нужно не просто так для галочки, там, да, для чего-то, а оно важно в контексте того, что мы воспитываем и способствуем взрослению ребенка, который в дальнейшем станет самостоятельным взрослым. Ну, конечно, с максимально возможной для него самостоятельностью. Это для разных людей будет по-разному. Вот. И поэтому те навыки, которые ребенок приобретает в школе, следует включать в его повседневную жизнь и применять в бытовых ситуациях. И таким образом можно преодолеть некоторые трудности. Например, трудности с развитием абстрактно-логического мышления могут быть компенсированы именно за счет того, что мы обучаем ребенка навыкам не каким-то абстрактным, да, не каким-то оторванным от реальности, а именно на реальном живом материале, в повседневной жизни. Вот. Ну, опять же, да, я повторюсь, что мы, конечно, сосредотачиваемся здесь на освоении академических навыков, поскольку это очень важно, но не надо забывать и про остальные. Как уже было сказано, у детей с синдромом FX задержано формирование речи, тем не менее, к школьному возрасту чаще всего речь уже сформирована в той или иной степени, однако могут быть различные особенности в речи, которые ее затрудняют.
Поэтому продолжение логопедических занятий здесь очень полезно. Кроме того, важно, опять же, обращать внимание не просто на развитие навыка, но и на включение его в естественную среду. Мы развиваем речь для того, чтобы общаться, да, коммуницировать, выражать свои мысли. И здесь бывает полезно организовывать для детей группы общения, где дети могут между собой в комфортной и безопасной обстановке отрепетировать те возможности, да, которые у них есть для общения, научиться социальным навыкам. Особенно это полезно для детей, у которых помимо когнитивных нарушений есть еще и расстройство аутистического спектра. В случае, если у ребенка речь не развивается к этому возрасту, и даже, может быть, некоторые в немного более раннем возрасте, конечно, необходимо применять специальные средства альтернативной коммуникации. Они не призваны заменить собой речь вообще, но важно, что они помогают подменить речь, пока она еще не сформирована достаточно, и таким образом позволяют ребенку не выпадать из ситуации общения, да, потому что если ребенок не может общаться устной речью и никаких других средств у него нет, это может приводить к различным дезадаптивным проявлениям. Ну и вообще это нечестно лишать человека возможности общаться. Поэтому средства альтернативной коммуникации могут использоваться с детьми с синдромом FX и должны использоваться в случае, если речь задержана и не формируется к школьному возрасту. Вот, здесь просто представлены программы, по которым могут обучаться дети с синдромом FX. Чаще всего выбираются программы для детей с интеллектуальными нарушениями или программы для детей с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями. Понятно, что специальной программы для детей с синдромом FX не существует, но эти программы вполне могут подойти. Конечно, будет лучше, если специалисты, которые работают с ребенком в школе, и учителя, и другие специалисты знакомы с особенностями синдрома и понимают, какие трудности у ребенка могут возникнуть в процессе обучения, потому что все-таки здесь есть специфика, в отличие там, от умственной отсталости другого генеза, да, есть свои особенности, которые важно понимать. В дальнейшем, когда ребенок уже, да, посещает школу, надо понимать, что со временем потребности возраста меняются, и в подростковому возрасту, конечно, спектр социальных взаимодействий, которые необходимо ребенку, да, в которых он хочет участвовать, уже подростку, конечно, он расширяется. Также расширяются и возможности самостоятельной организации своей жизни, ну, прежде всего, бытовой, повседневной жизни и учебной деятельности. Здесь очень важно понимать, что несмотря на то, что и здесь остаются различные когнитивные нарушения, могут быть трудности с организацией своей деятельности, связанные как раз с с различными, да, особенностями синдрома. Тем не менее, подросток с синдромом FX может быть самостоятельным в быту. Конечно, может быть не в той же мере, что и его типично развивающиеся сверстники, но все-таки. Здесь важно обеспечить некоторый баланс между тем, предоставлением вот этой самостоятельности, предоставлением возможности выбора, возможности самостоятельного планирования своей деятельности и поддержкой, которая может быть необходима подростку на этом этапе. То есть это может быть совместное планирование деятельности, обсуждение того, как и почему мы там делаем какие-то домашние бытовые дела. Вот. И, конечно, это должно быть постепенное включение вот в этой самостоятельности. Да? Нельзя бросать подростка просто без поддержки в вакуум, да, самостоятельности. Вот. Ну и, конечно, что касается спектра социальных взаимодействий, конечно, если подросток посещает школу, он может общаться там с другими детьми, находить друзей. Это тоже можно поддерживать, потому что иногда детям бывает, и подросткам бывает сложно именно социальное взаимодействие наладить, поэтому группы общения, которые подходят для более раннего возраста, они подходят и здесь, но здесь уже, конечно, расширяется сам спектр общения, особенности общения. Здесь уже подросток общается со своими ровесниками, с другими подростками. Опять же, если требуются альтернативные средства коммуникации, они должны сохраняться, если речь не развивается. Но при этом надо, опять же, понимать, что в этом возрасте требования к ним гораздо выше. Сам вообще диапазон и репертуар того, что подросток захочет сказать и захочет понять и выразить, он шире. Поэтому вот эти вот средства альтернативной коммуникации, использованные средства, они должны расти вместе с ребенком и в дальнейшем подростком. Вот. Конечно, здесь могут сохраняться какие-то другие трудности, связанные с социальной тревогой, которые также требуют вмешательства и психолого-педагогического сопровождения. Ну и понятно, что вот человек взрослеет, приходит время планировать дальнейший маршрут развития, да, дальнейший вообще маршрут жизни. Тут надо понимать, что часто бывает так, что
подростки с синдромом FX обучаются в школе, а потом школа заканчивается, и дальше не всегда понятно, что делать. Здесь бывает не всегда просто организовать этот дальнейший переход. Тем не менее, люди с синдромом FX могут обучаться профессиональному какому-то образованию, да, могут получать профессиональное образование, но тут тоже нужно учитывать, что требуются специальные программы, адаптированные, благодаря которым человек может получить, не просто получить все те навыки профессиональные, которые ему потребуются в дальнейшем для его деятельности профессиональной, но также эти программы часто включают и дополнительные занятия, которые как раз направлены на развитие самостоятельности, повседневной жизни, в быту, которые тоже важны. Да, потому что здесь самостоятельность взрослого человека – это все-таки не то же самое, что самостоятельность в быту ребенка. Вот. И насколько это возможно, мы должны включать такие занятия в и профессиональное обучение людей с FX, да, и в какие-то повседневные практики. Вот. Здесь перечислены возможные сферы деятельности, которые чаще всего выбираются для детей с синдромом, для взрослых уже, да, синдромом FX. Чаще всего они связаны с каким-то ручным трудом, ремесленными работами, какими-то творческими работами. Это как раз не только способ, да, какого-то профессиональной реализации, но и личной реализации. Но также это могут быть и уход за растениями или животными, и другие сферы. Вот. Даже если человек не может по какой-то причине обучаться профессиональному какому-то навыку, он может обучаться, например, каким-то ремесленным рукодельным работам у своих родственников или друзей семьи, помогать им с их проектами. И, опять же, эти проекты, они могут быть не только хобби, да, но и стать какой-то профессиональной деятельностью. Но вот, кроме того, помимо профессиональной реализации, понятно, что человек с синдромом FX должен быть и бывает включен в жизнь своей семьи и сообщества вокруг. Он может помогать другим родственникам, особенно там пожилым родственникам, которым трудно уже выполнять какую-то физическую работу, присматривать за домашними животными или за маленькими детьми. Тоже тут надо, конечно, все очень сильно тренировать, да, если ответственность наступает. Если есть большая ответственность, да, то к ней нужно серьезно готовиться. Вот. Ну и, соответственно, помогать в семье в бытовых каких-то вопросах и, в принципе, участвовать в жизни общества. Да, вот мы начали с сопровождения семьи, и тоже сейчас вернемся к нему. Понятно, что для любой семьи рождение ребенка с какими-то особенностями развития, особенно с такими, которые будут, ну, будут сопровождать его всю жизнь, это может быть такой большой трудностью, каким-то стрессом, даже шоком. Но в случае данного синдрома все осложняется еще и вот этим особенностью его наследования и, в принципе, тем, что это наследственное заболевание. То есть помимо просто трудности с принятием особенностей ребенка и его диагнозом, родители сталкиваются и с принятием своего собственного статуса, да, потому что если это мама ребенка, которая имеет премутацию, в тот момент, когда ребенку выставляется диагноз, по сути, диагноз выставляется и ей. Это такой двойной стресс для человека. Вот. Кроме того, у других родственников в семье могут быть проблемы со здоровьем, о которых уже говорилось, которые связаны с носительством премутации. И, соответственно, эти проблемы со здоровьем также могут вызывать какие-то сложности. Все это приводит к тому, что в семье необходимо делиться информацией о состоянии ребенка с другими родственниками. И вот это бывает не всегда возможно. У нас часто бывает сложно не просто признаться в том, что у ребенка есть трудности в развитии, а тут еще надо признаться в том, что эти трудности связаны с наследственным заболеванием, потому что это важно для других членов семьи. Все это требует психологического сопровождения, возможно, даже психотерапевтической помощи членам семьи. Здесь важно также понимать, что в семье могут быть другие дети, которые могут быть как носителями синдрома, так и они могут быть здоровы, просто быть носителями премутации, что скажется на их жизни в дальнейшем. Разговор с ними тоже может быть очень тяжелым. Вот, поэтому, конечно, хорошо, если в подобных ситуациях семьи могут обращаться за психологической помощью и поддержкой. Но все только психологическая помощь не ограничивается. Родители детей с синдромом FX создают родительские группы, в которых они не только обмениваются опытом, делятся своими знаниями, да, какими-то советами, но также помогают друг другу, именно организуя такое сообщество, где все друг друга понимают, все понимают, какие друг у друга есть трудности, потому что трудности схожи. И такое сообщество помогает как раз в принятии детей и в принципе, в жизни. Вот как раз после меня будет доклад о родительских сообществах. Я думаю, мы узнаем много интересного из него.
Да, ну и понятно, что информирование здесь важно не только родительских сообществ, не только родителей детей с FX, но и всех людей, всех специалистов, которые могут столкнуться с детьми с синдромом FX в своей повседневной практике. Это и врачи различных профилей. А врачи могут столкнуться не только с детьми, да, но и с их родителями или с другими родственниками, которые имеют премутацию, связанные с ней синдромы. Это и специалисты психолого-педагогического сопровождения, психологи, логопеды, специальные педагоги, дефектологи, воспитатели детских садов, в конце концов, да, все вот эти специалисты. Понятно, что воспитатели детских садов не обязаны знать про каждый синдром, который существует, но в случае, если эти специалисты сталкиваются с ребенком с этим синдромом, хорошо бы, чтобы они могли получить нужную им информацию. Например, пройти какие-нибудь курсы повышения квалификации, ознакомиться с методическими рекомендациями, или просто задать вопрос, тем, кто лучше разбирается в сопровождении этих детей. Здесь приведены, методические рекомендации, которые были изданы в МГППУ, ну, в ФРЦ МГППУ несколько лет назад. Они предназначены прежде всего, конечно, для специалистов, которые работают с этими детьми, но могут быть полезны и родителям, и другим родственникам детей с синдромом FX. Эта книжка доступна на сайте ФРЦ, вы можете ознакомиться с ней. Вот. Ну, таким образом, надо понимать, да, что сопровождение, мы говорим о сопровождении семьи, а не только ребенка, потому что в семье есть свои трудности, связанные с особенностями синдрома. И семья участвует не только в планировании маршрута сопровождения, но и в его реализации некоторых аспектов этого сопровождения. Поскольку синдром затрагивает разные сферы жизни и ребенка, и семьи, здесь требуются мультидисциплинарные команды, которые состоят и из медицинских специалистов, и специалистов психолого-педагогического профиля, из педагогов и так далее. Важно, чтобы не было разрывов на этом вот на пути сопровождения, чтобы, получив диагноз, семья знала, куда обратиться дальше. Да, что мы получаем диагноз, мы можем пойти в службу ранней помощи. Дальше ребенок может поступить в образовательное учреждение. Чтобы, окончив одно образовательное учреждение, было понятно, куда ребенка переводить дальше. Вот школа закончилась, что мы делаем дальше? Вот эту последовательность и комплексность, конечно, стоит развивать, потому что сейчас на некоторых этапах все хорошо, а на некоторых этапах возникают сложности. Вот. Ну и кроме того, конечно, сопровождение можно описывать, сопровождение семей, да, с синдромом FX, но тем не менее в каждом отдельном случае стоит учитывать индивидуальные потребности конкретных детей, конкретных семей, их запросы и трудности. Стоит ориентироваться, да, на Да, стоит ориентироваться как раз на индивидуальные потребности каждого ребенка. Вот, поэтому можно рассказывать вот так вот в общих чертах о сопровождении, но, конечно, каждый случай будет уникальным. Спасибо за внимание. Здесь представлены контакты Федерального ресурсного центра, как раз где вы можете ознакомиться с методическими рекомендациями. Кроме того, я хочу сказать, что мы в Федеральном ресурсном центре консультируем семьи с синдромом FX, как раз организуя нам некоторую часть этого сопровождения. Конечно, мы не можем сделать все, мы не можем нам обучать ребенка на протяжении всей жизни, да, и давать ему профессиональное образование, но проконсультировать по вопросам сопровождения и по вопросам вот этого образовательного маршрута мы можем. Вот, спасибо за внимание. Да, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Спасибо большое, Елена Андреевна. Очень интересный доклад. У нас есть два вопроса. Первый вопрос такой. Что включает в себя сопровождение семей таких детей в летний период, на летние каникулы? Вопрос для тьютора и в целом, в общем. Ну, тут нужно понимать, что да, когда ребенок, например, учится в школе, понятно, что каникулы у него также сохраняются, но если мы делаем большой перерыв в каких-то занятиях, да, то навыки могут потеряться вот на этот период. Ну, потому что, да, мы занимались постоянно, отрепетировали какие-то навыки, и вдруг мы там 2-3 месяца ничего не делаем. Так быть не должно. Это как раз время, когда ребенку требуется, конечно, отдых, но при этом желательно все-таки сохранять какое-то расписание по занятиям, которые не связаны с учебной деятельностью. Да? Ну, например, те же самые, если ребенок посещает логопеда, то можно не прекращать эти занятия. Вот. А кроме того, для детей с синдромом ФХС, конечно, можно организовывать досуг, так же, как и для всех других детей. Единственное, что может потребоваться какие-то дополнительные, ну, заранее подготовки,
потому что дети могут там не очень хорошо среагировать на новые места или на большое скопление людей. Поэтому тут важно, например, заранее прийти в какое-то место, в которое вы собираетесь сходить с ребенком, и подготовить его к этому посещению. Вот, кстати, некоторые организации, которые работают с детьми с ОВЗ, ну, в частности, например, с детьми с аутизмом, они иногда устраивают такие досуговые мероприятия, когда они не просто организуют экскурсию куда-нибудь, да, или какой-то поход, а они сначала готовят сотрудников, ну, там, например, музея, если они идут в музей, к тому, что придут дети, у которых будут особые потребности, и таким образом вот этот досуг организуется чуть-чуть более, ну, даже не чуть-чуть, сильно лучше, да, для детей, потому что здесь уже меньше шанс столкнуться с какими-то трудностями. Вот, а занятия прерывать на большой срок не стоит. Занятия должны быть регулярными. Даже если это не школьные занятия, да, например, академических навыков, это могут быть занятия на развитие других навыков. Если есть трудность с поведением, да, соответственно, занятия, корректирующие поведение, они не должны прерываться на большой срок. Большое спасибо. Еще один вопрос. Вопрос так звучит. В классе обучается ребенок, в первом классе обучается ребенок 2013 года рождения с подтвержденным диагнозом синдром Фрейкс. И у мальчика присутствуют и аутистические черты, речь, к сожалению, фактически отсутствует, вокализация, иногда отдельные слова. Вопрос такой, правильнее направить этого ребенка в ресурсный класс для детей с аутизмом или можно организовать его психолого-педагогическое сопровождение в рамках специальной школы для детей с интеллектуальными нарушениями? В целом, конечно, ну, вообще такие решения, конечно, принимает ПМПК, да, на основании различных, на основании обследования ребенка. Очень сложно сказать, вот так вот, не видя ребенка, да, не зная каких там особенностей, что лучше. Вот. Но тем не менее, если есть возможность, если у ребенка сильно выражены аутистические черты, и ему тяжело обучаться в классе, да, где много, например, детей, где может быть не очень подходящая сенсорная среда, где очень там шумно или ярко. Конечно, специальная программа для детей с расстройством аутистического спектра может быть более подходящей. Вот. Но в случае, как бы, да, если речь задержана, то здесь важно создать какое-то альтернативное средство коммуникации, но это не, ну, как бы, это не обязательно, ну, то есть не обязательно, что если у ребенка задержана речь, то значит у него аутистические нарушения. Да? Аутистические нарушения все-таки заключаются не только в этом. Вот. А задержанное развитие речи, оно характеризует и просто когнитивные нарушения, и, соответственно, может быть, в этом классе есть и другие дети с подобным уровнем развития речи. Вот. Надо смотреть на ребенка отдельно, но, конечно, если есть возможность, и если есть такая потребность для перевести, да, его на программу для детей с расстройствами аутистического спектра, то, может быть, это будет и лучше. Да, программы можно менять, если как бы вот эти вот программы, которые рекомендуют ПМПК, да, они, вот эти комиссии, их можно повторять время от времени, менять с учетом того, что изменилось, да, или если программа не подошла, и можно провести комиссию заново и поменять программу. Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Насколько необходима для ребенка реабилитация в реабилитационных центрах или в психоневрологических больницах? Ну, тут, опять же, надо понимать, в связи с какими трудностями ребенок, например, попал в больницу. У детей, ну, у детей, у взрослых синдром FX могут быть сопутствующие трудности, связанные там с той же самой повышенной социальной тревогой, с какими-то трудностями поведения, где как раз требуется медицинское вмешательство, ну и соматические трудности. В случае, если их нет или они там допускают наблюдение амбулаторное, наверное, это даже будет более полезно для ребенка, потому что он не будет исключен из семьи, да, из своего привычного окружения. Что касается реабилитационных центров, опять же, конечно, если они предоставляют вот эти вот возможности тех, ну, развития вот этих вот навыков, да, о которых мы говорим, это бывает полезно. Я не знаю, сколько, ну, то есть, если у них есть какая-то альтернатива, да, то она тоже подойдет. Здесь, как бы, иногда, например, родители сами выбирают каких-то отдельных специалистов, занимаются с ними. Конечно, реабилитационный центр и вообще какой-нибудь, да, такой центр, который многофункциональный, он полезен тем, что там разные специалисты могут работать вместе. Это как раз то, что нам хотелось бы сделать, да, чтобы одного и того же ребенка видели специалисты разных профилей и могли построить общую программу, так она будет более естественной. Но если такой возможности нет, ну, значит, мы будем пользоваться другими способами.